Пацаны, я на базе, и сегодня нас ожидает большая проверка кейсов. Я нахожусь у ларьков, и сейчас буду скупать самые вкусные, самые сладкие кейсы, пока есть возможность открывать Виллисову ночь и прочие другие классные кейсы с классным дропом. За реально удобные и хорошие деньги я буду это делать, и сегодня планирую открыть кейсы на все бабки. После вчерашнего открытия просто легендарного выпала самая топовая награда с дубайского контейнера. Вот такая бэха. Все, кто ее видит, сразу просто в шоке. Она одна единственная на втором серваке, и ее цена начинается даже не 700 миллионов, как я нарисовал на превьюшке, а от миллиарда. Реально уже есть предложение от миллиарда, и в принципе они реально звучат как настоящие. Но пока с продажи я не тороплюсь, я ее еще даже не тюнил, я потому что реально все еще нахожусь в шоке от того, что она мне выпала, но и параллельно от того, что она мне выпала. Раз мне так повезло, почему бы не устроить большую проверку кейсов? Поэтому прямо сейчас я отправляюсь на ларьки, закупаюсь самыми классными кейсами и начинаю открывать на все бабки. А у меня 28 на руках и где-то 4-5 миллионов в банке. Поэтому погнали, закупимся на всю котлету, посмотрим, что нам выпадет, кстати. Виллисова ночь, аперские, все подобные кейсы я скупаю. Форсажи по 280, что за цены? Просто сладкость. Темные дела тоже сегодня будут, и, в общем-то, я отправляюсь на закупку. Сейчас будет склейка, сколько получилось у меня купить на все деньги, и мы начнем открывать, погнали. Вау, 10 штук Виллисовой ночи за 9 миллионов. Вот это прям находка. Сколько у меня уже остается? 1 400 000. Вот прямо сейчас, до последней копейки, я трачу 1 400 000, и мы начинаем. Темные дела. Одна штука. Ладно, пускай будет. Там же падает бункер. Бля, не хватает 1000 рублей. Сейчас сниму и куплю последний здесь. Ладно, не буду просить. А, я донат потрачу. В прошлый раз мне, короче, пацаны, повезло, потому что я купил премиум випку. Платину випку, точнее. И сейчас я тоже планирую сделать следующее. Перейти в магазин, конвертация валюты. Мне буквально 1 рубль сконвертировать, чтобы купить этот кейс, пацаны. Надеюсь, они не поняли, что я покупаю именно его. Я прямо сейчас покупаю эту одну штуку. А, у вас нет сколько денег? А, мне не хватает. Пацаны, накиньте 100 рублей, пожалуйста. Не хватает. Спасибо, ровно сотка, теперь хватает, можно купить. И реально, у меня осталось на руках прямо сейчас 19 рублей. И мы отправляемся открывать всю эту партию кейсов, погнали. А, кто-то 4000 мне закинул, это зря. Ну, открывать я буду на такой красивейшей просто локации. На кондициях просто, ай-яй-яй, вот на такой кондиционерной машине. Ладно, она не кондиционерная, это уж 100%. Бля, как она выглядит, я просто реально, я пылинки с нее сдуваю, хожу, я реально стараюсь на ней даже не ездить, и прямо сейчас около нее, около топовой награды, ради которой, пацаны, мы потели, мы начинаем открывать. У нас, напоминаю, 19 кейсов Виллиса в ночи, давненько мы такое большое количество не открывали, но первое, что я хочу открыть, это будет кейсы Форсаж, поэтому прямо сейчас полетели. Большинство я открою быстро, чтобы, в принципе, не тупить, не смотреть на анимацию, но иногда будем делать по одной, по две анимации, хотя бы, ну вот, например, как сейчас, потому что иногда с анимацией везет, но каждый раз смотреть анимацию — это просто тянуть видос, и это долго, и это ни на что на самом деле не влияет, как мы выяснили. Ладно, мы открываем Форсаж и надеемся на очень хороший дроп. Пока падает шестерочка за 75, в конце мы посчитаем, сколько денег у нас получится на выходе. После того, как мы откроем все кейсы, я планирую, что у меня получится больше 28 миллионов, и я как бы планирую, что я уйду в окуп уже за 6 лямов. Есть вот такой Mitsubishi Lancer Evo. Пацаны, 6 лямов с Форсажа, который, я на секундочку говорю вам, 200-300 000 стоил на ларьках, и мы потратили 120 рублей, нам повезло. Форсаж официально даже с одним тайным можно закрывать и сказать, что нам повезло. 6300 на руках, это реально окуп. Полетели. Следующий, что у нас будет, это, конечно, черное золото. Здесь две штуки, вот их две, и все мы их две откроем медленно с анимацией, потому что здесь, в принципе, единственная нормальная награда — это Феррари в раскраске, но шанс дропнуть ее крайне маленький, но даже если мы ее дропнем, я бы на самом деле не хотел. Ну, типа, реально. Потому что если уж и испытать удачу и выбить золотой ключ, то спасибо, но не такую машину. Ладно. Ну, я не зажрался там, и типа, это не какая-то... Ну, это реально. Потому что если прокнет шанс, я хочу более эксклюзивную машину. Хотя, какая разница? Мне ни одного золотого ключа не упало, я уже тут сижу, выясняю, какая лучше. Но мне реально ни одного золотого ключа, вы прикиньте, за все время не упало. Мне падали золотые предметы, но это не были тачки. Тогда мы дальше переходим, нет, не к темным делам, мы переходим к аперским кейсам. Аперские должны выдать, я считаю. Вот аперские, в принципе, здесь Волга КГБ, которая вообще ничего не стоит. И я бы уж думаю, блять. Ну вот если она выпадет, в принципе, у меня ее никогда не было. Я ее брал на обзор, буквально покупал на неделю, или то ли в аренду, я уже даже на самом деле не помню. Но вот так, чтобы прям за свои бабки, я эту, кстати, Волгу не покупал. Но, с другой стороны, я больше этих Волг не видел. Блин, у меня графика палит, что внутри беретка. У меня графика тупо спалила, реально. Сраную беретку сквозь кейс.
А я за него заплатил деньги. Отдал донат, чтобы проспойлериться. Ладно. У нас белый ключ, очередной лазик. Не знаю, с суперскими что-то сделали, но вот если выпадет додж, то в принципе он все отобьет. Вот просто дропнись один додж, у нас будет 16 на руках, реально. Давай. Ну давай, вот прямо сейчас. Бля, мне кажется, они сейчас закончатся, и у нас все еще ничего не упало. 7 лямов, 180 на руках. Маловато, учитывая, что мы реально уже большую часть... Ну ладно, не больше, может быть половину. Я хз, какие-то сраные драные очки. Лазик. Но кейс пока не закончился, я думал, он после этого закончится. Давай. 7295. По бабкам что-то пока плохо идем. Одно тайное, это мало. Ебать, я сменю место, я прям на этой бэхе открою. Реально, другого варианта нет. Я просто открою прям на этой бэхе. У нас остаются темные дела, 8 штук. И, наверное, я еще докуплю, но посмотрим. С них падают, напоминаю, бункеры. Пацаны, бункеры — это прям вообще тачка, которую хотят все купить. Вот бункеры и Велесова ночь — это одни из самых лучших, короче, кейсов. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Поэтому прямо сейчас начинаем их открывать. О, прям в BMW мы до последнего не будем видеть, что там. А если там золотой ключ? Я его не увижу. Ладно, там ключ от восьмерки, и я это увидел. Просто по тексту. Тогда мы вот так вот сделаем сейчас. Отойдем в эту сторону. Полетели. Нажимаем использовать платинум VIP. Когда донат потратили. Все, открываем прямо на самой везучей тачке. Единственный на Радмире. Ну, давай. Ой, не на Радмире, на втором серваке. Кстати, сколько таких BMW упало на всем Радмире? Типа их может быть штуки 4-5, наверное, на всех серваках. Или по одному на весь, на каждый сервак. Короче, я не знаю. Шляпа. Вот за шляпу обидно. Ладно, одно быстрое. Ни одного тайного после лансера. А так может быть? Конечно, может. И не такое видели. Я 50 открывал, мне ни хрена не падало. Это перчаточный маньяк. Это даже не тайный скин Саши Белого за 3 миллиона. Вообще бред какой-то. Но мне писали люди, которые открыли 100 кейсов, им ни одного тайного не было. Вот после этого я бы просто бы, я не знаю, что сделал. Алло. Перчаточный маньяк. Все, кончились. 8 лямов. У нас 20 остаются неотбитыми. 3000 мы потратили на открытие. И теперь, пацаны, самое интересное. 19 кейсов Велесовой ночи. Дьявольский смайлик зарешает и вернет все бабки на самом-то деле. Вот он очень сильно все решит. Полетели. Ишкомби. Лада инвалидка. Есть! Есть второе тайное, 2 тайных за серию, есть 3,5 миллиона. Отлично, неплохо. Уважение то ли... Нет, оно поднялось. Маска тыквы. За 30к. А если прокликать, кстати? Я прокликаю, может выпадет? Блин, ну я прокликал, выпал псих. Может надо больше прокликать? Я кликаю, убираю быстрое открытие и открываю. Смотрите, и золотой ключ получаю. Наверное, все это время надо было кликать, как делают стендоферы. Или чуваки, которые открывают кейсы в КС-ке, они же... А, ишкомби? Вау. Кликаем. Кликаем, везде на секретный предмет. Я вот так вот нажимаю активно и открываю. Маска тыкаю. Походу это не работает, но я буду каждый раз прокликивать. Может быть и выпадет. Давай. Бля. Два тайных — это как-то жидко на самом деле. Открывая такие кейсы, я рассчитывал на что-то другое, если честно. Хотя бы на одно фиолетовое, и то было бы норм. Ну давай. И на фиолетовое очень маленький шанс. Это даже розовое, а не фиолетовое. А где, кстати, фиолетовое? Синяя и сразу красная. Почему фиолетовое не добавили? Ладно. Маска тыквы. Одно медленное. Это не вторая маска тыквы подряд ведь? Да, это она. Пиздец. Это она. Кейс, напоминаю, стоит 1 лям. Шляпник за 300, спасибо. Сколько у нас их? 4 штуки. Открываем последние медленно. У нас на балансе 16500. Походу мы ушли в минус на 10 лямов и еще потратили донат. Бля. Давай. Но на Велесову ночь 19 штук. Ничего не выпало, чтобы? Какой бред. Yes. Белый ключ. Это все? Это был последний? А, вот. Наверное, это он. Скорее всего, это последний кейс Велесовой ночи. И походу... Ну ладно, не такой большой минус. Это белый ключ. Это нереально, пацаны. Все кейсы закончились. Честно говоря, я рассчитывал... Вот еще есть 2 пиратских. Не знаю. Вот, а прикиньте, с него повезет. Вот я рассчитывал с Велесовой ночи что-то выбить. А я с пиратского гелик выбью за 20 лямов. А да что? 20 лямов это аксессуарный транспорт стоит. В принципе, шансы на него по-любому есть какие-то. Хоть какие-то нормальные. А, белый ключ? Бля. Но следующий, наверное, тоже белый ключ. Тут как бы без вариантов, я думаю. Полетели. А, синий. Бля, даже не угадал, пацаны. BMW за 200к. Вот это я понимаю. Вот BMW за 200к настоящая. Вот стоило бы она таких денег. Бля, все бы ездили на такой машине. Если ты хочешь на ней ездить, ставь лайки, подписывайся. Это не розыгрыш, если что. Не, не в плане я разыгрываю машину или тебя. Я вообще ничего не разыгрываю. Просто лайки, подписку. Ну. А что, уже заднюю, что ли, дашь? Нет ведь?